Всем привет, с вами Потапыч, и это канал «Танцы с бубном». В этом ролике я вам покажу, как писать в мессенджере WhatsApp разным шрифтом. Чтобы писать WhatsApp разным шрифтом, для начала нам нужна последняя версия программы. Затем, во время переписки, мы берем наши слова, например, звездочки, чтобы писать жирным шрифтом. Чтобы писать курсивом, берем наши слова вот в такое вот нижнее подчеркивание. Ну и чтобы писать зачеркнутыми словами, мы берем наши слова с двух сторон в знаке тильда. Вот так вот у нас получается. Надеюсь, этот ролик был вам полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем пока!